2021 год стал важным и знаковым в изменении внешнего облика города. Губернатор и правительство края выразили доверие городу Ачинску, включив его в тройку пилотных территорий, которые получили возможность реализовать новый комплексный подход к благоустройству малых городов. В уходящем году для многих горожан случилось долгожданное событие – это ремонт дорог. Более комфортными для автолюбителей и пешеходов стали улица Кравченко, Льва Толстого, Лапенкова, Авиаторов и Декабристов. А в юго-восточном районе состоялось открытие многоквартирного дома. Всего в этот новый дом по программе переселения переедет более 200 человек, в том числе 7 сирот. И как здорово, что в новом году многие ачинцы встретят самый волшебный праздник в своей новой квартире. 21 год стал для многих годом изменений и открытий. В этом году в бюджет города Ачинска на благоустройство поступило более 240 миллионов рублей. Это позволило полностью обновить несколько ачинских улиц. В рамках городского благоустройства Ачинск стал еще зеленее. На улицах города появились сосны, березы, ели кусты сирени и даже вязы. Каждый житель увидел появление новых городских скверов и общественных пространств в юго-восточном и шестом микрорайонах, на улицах Дружбы народов и Кравченко. Эти места стали притяжением для горожан. И пока юные ачинцы осваивают игровые комплексы, родители комфортно проводят свободное время на амфитеатрах и качелях. С наступлением вечера центральные улицы города преображаются яркой световой иллюминацией. Ачинск делает еще один шаг в будущее.